Сегодня Православная Церковь празднует Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Об этом празднике поговорим прямо сейчас. Святая праведная Анна была младшей из трех дочерей священника Матфаана из Вифлеема. Как и все иудейские священники, Матфаан происходил из колена Левиина и глубоко знал закон Божий. Анну выдали замуж за человека из города Назарет, что находился в стране Галилейской. Звали его Иоаким, и происходил он из колена Иудина. Семья преподобных Анны и Иоакима была богата не только материально, но и духовно. Супруги жили по слову Божьему, молясь и отдавая часть своего имущества церкви и на подаяние. Но праведная жизнь не спасла Анну и Иоакима от народного порицания. После 20 лет брака у пары так и не появилось детей. Бесплодие в те времена считалось знаком немилости Божией, а потому храмовники начали подозревать супругов в тайных прегрешениях. В один из праздников жертву Иоакима Богу не приняли в храме, а самого праведника с позором прогнали оттуда. Анна узнала об этом, пока Иоаким в отчаянии молил в пустыне Бога о милости, оставленная им Анна в отчаянии возносила молитвы дома. Бог услышал их мольбы. Ангел Господень сообщил супругам, что в Иерусалиме им надлежит зачать, через которую миру будет даровано спасение, которой суждено будет стать Матерью Господней. Божья Матерь могла родиться только у людей глубоко праведных и чистых, и такими Господь увидел Анну и Иоакима. Обрадованные супруги сделали так, как велел им Господь, зачали в Иерусалиме дочь, которую назвали Марией. Даровав престарелой Анне чудо деторождения, Господь предвозвестил еще большее чудо – чудо непорочного зачатия Иисуса Христа в чреве Его Пресвятой Матери, Богородицы. По сей день к иконе праведной Анны обращаются с молитвами страдающие бесплодием женщины. Очень важно есть выражение в психологии мотива родительства. Зачем родители хотят иметь детей? Потому что часто это немножко такое эгоистическое желание. Я хотел бы, чтобы он продолжил мое дело, или чтобы он выполнил мои какие-то мечты. Вот у меня что-то в жизни не получилось. Вот он там станет великим спортсменом или еще что-то такое. Ну не зря же в известной песне поется, что когда нас всех не станет, мы будем петь голосами своих детей. Да. Но по-настоящему правильным мотивом родительства, чтобы ребенок твой был счастлив. И чтобы он пришел к Богу. И вот удивительно, родители Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, они же были очень пожилыми людьми, они понимали, что в целом, может быть, сам период их родительства будет очень недолгий. И тем не менее продолжали просить, потому что они тот потенциал любви и святости, и то намерение, которое вот все израильские люди имели, чтобы родился Мессия, чтобы приблизить рождение этого Мессии. Они хотели вот увидеть это свершение. Они просили об этом вот прямо даже уже в пожилом возрасте. И Господь дал им ребенка. И буквально вот Дева Мария выросла до 3 лет, они отдали ее в храм. Тоже, знаете, вот «я родил ребенка для себя». Нет, они, как бы им тяжело не было расставаться, а сказано в предании священном, что преподобная праведная Анна, ей было тяжело расставаться с маленькой девочкой. Причем ее нужно было отдать в 2 года. Она попросила у Иоакима, пожалуйста, пускай пока она там не слезет с рук, не научится сама ходить, пускай она все-таки побудет со мной. И он разрешил. И потом они отдают ее, и когда она была в храме, они умерли. И вот мы вспоминаем сегодня Успение праведной Анны, Мамы Пресвятой Богородицы, и поражаемся вот неэгоистическому мотиву ее родительства. Она знала, что дочке недолго у меня получится с ней пробыть время, но она хотела, вот, да, чтобы она пришла в храм, там воспитывалась, чтобы она послужила Богу. И эта ее дочка стала Матерью Божией, да, стала Пресвятой Владычицей нашей Богородицы. Поэтому, когда в следующий раз мы задумаемся, да, вот действительно, хочу ребенка. Зачем я хочу ребенка? Какой у меня мотив? И вот самый главный, самый истинный мотив родительства – это чтобы мой ребенок был счастливым. Да, это точно. Спасибо большое, батюшка. Ну а всех, кто назван в честь святой Диаконисы Олимпиады и преподобного Макария, который сегодня празднуется, мы с отцом Николаем поздравляем с именинами. Многое благолето, наши дорогие. Божьего благословения. Всего самого доброго. Дорогие друзья, давайте вместе прочтем молитву о мире.
Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоей благодать восприяхам. Дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком, брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоя власть придержащая ко всякому благу настави. Воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома введи. Голодное напитай, недугущее и страждущее укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. На брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тебя веры, надежды и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповемости Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Как взрослым детям выстраивать отношения с матерью, чтобы они были полны радости и любви? Каково христианское отношение к страху и как с ним справляться? Как называется главный труд святителя Луки Воина Есенинского и как святому врачу удалось насухать любви к людям? Обращенный к Богу, происходит, если он обращен к греху. Где находится один из самых молодых православных монастырей в России? И какие чудеса происходят в этой обители? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». Многие присутствуют.